такая у нас Катя. На трех ногах. Ногу сломали собаки ей. А мне ее жалко. Не стриженная еще. Мне ее жалко. Вот мамка моя первая. Она 11-го года. Ей 9 лет. А, стоят. Едят. А, милашня. Плохо видно, да? Так. Сейчас снимаю двух баранчиков. Продал он, племенной один. Стоит, смотрит. Продал двух баранчиков. Одного баранчика продал. Сейчас пришел снять. Фотографии отправлю. И, наверное, повезу в Конаково. И так, для общего развития вон идет такая хорошая мамка. Дома жорлит. Вон и ходит. Недокормыш. А? Недокормыш. Все сзади сиська вон. Мамка, она угоняет. У нас первые морозы, так что... Ладно, сейчас может чуть-чуть просто. Куда, толстая? Куда? Это моя маманька. Да, моя желтая. Давай. Вот первый снежок у нас. Да? Давай там закроем. А то пойдут сюда. Я их маленько разделил. Разделил моих девчонок маленько. Да? Да, мои девчонки. Да, мои девчонки. А, девчонки мои. Маманька моя. Хорошая. Как толстая сейчас. Тоже кряхтит. Кряхтит уже скоро. Должна принести вон и вымя. И ходит так. А это ее дочка. Дочка такая, да, одна осталась. Одну продал. Жалко было, одну осталось. Я. О, засранка какая. Ну, пошли. Пошли на место свое. Сейчас попробую. Там, Сань, заснять. Вот. Вон мелочь это. Кормил. Да, мой желтый. Тоже вон первая мамка моя. А? Че? Че? Вон самая старая мамка идет. 9 лет ей. 9 лет ей, да? А так уже бока маленько провалены. Эта мелочь бегает. Подкормыш. Подкормыш. Молоком подкормим еще. Не растут, но что делать? Да, скажи, что делать? Мой красавец. Сейчас еще вам дам зерна. Маленько вон подъели. Сейчас подкормим маленько. Так что вот так у нас. Да? Люся идет. Люся моя Маркуся. Люся, а? Ты знаешь, что тебя Люся зовут? О, чего боишься-то? Ой, зерна испугалась, сыпанули. Ой. Ну ладно, как-то вот. Привет, Матрёна. А, мелкая идет. А, мелкая идет. Мелкая идет. Ты тоже идешь, да? Ты тоже идешь, а? Моя жёлтая-то такое. Стоишь. Кто сказал, что романовская пугливая? Ничего не пугливая. Вон как к рукам идет. Все идут. Это все от отношения зависит. Скажи, как? Как относятся, как к скотине, так и будет скотина. Вон наш баран стоит. Сейчас мы его... Два. Нет, вторая ярко, вон он. Вот этот. Его и заберем. Игорь, иди, цапай его нам. Вот он. Вон он, побежал. В ту клетку побежал. Запомнил? Во-во-во, вот он съебал. Вот толстая какая. Ты стоишь, да? Ну, подрос этот баран. Вот тоже баран племенной, которого убрал. Гоняет Серега. Вот он. Вот этот, да.
ругает тебя. Вчера, 13 февраля, он принесла 5. Один сразу, то есть мертвый был. И 3 таких сладеньких совсем. Ну, 5 штук. Это Милка наша. Вон. 4. Ну, один тоже что-то слабенький. Загибается, наверное. Не знаю. Ну, довольно слабенький. Сейчас поменял я барана, думаю. Ну, во всяком случае, 2. Более-менее. Так что как-то. Вот так. Вот это вот голову запрокидывает. Это же признак, что... Так вот.